Такие встречи с подростками – одна из форм работы детского омбудсмена. Отличный способ из первых рук узнать о том, что беспокоит и волнует школьников. Обращения к уполномоченному по правам детей поступают и через телефон доверия. Только в прошлом году Борис Коган обработал порядка 500 жалоб и сообщений о нарушении прав детей. Современные подростки живут в непростое время, и то, что на первый взгляд кажется благом, может таить в себе угрозу. Сейчас наиболее актуальная беспечность взрослых, которые недооценивают, вот, наряду с огромным позитивом, который несет интернет, они недооценивают, что интернет может ребенку навредить в жизни очень сильно, может даже иногда привести к самому драматическому, трагическому исходу. И тот папа или мама, который не знает, не общается с ребенком, не интересуется, что он, его чадо, его дитя, где он там находится, в каких социальных сетях, с кем он общается, с друзьями или с незнакомцами. Вот, такие люди ошибаются. Это очень опасно. Поэтому мы сейчас и просим учителей все-таки убедить родителей изменить свою позицию. Не надо радоваться, что ребенок закрылся в своей комнате и сидит с компьютером. Это не достижение сегодня. В ходе встречи уполномоченный по правам ребенка в интересной и доступной форме рассказал школьникам о правовой основе защиты их прав, проинформировал ребят о самом институте уполномоченного, объяснил, для чего он нужен, каковы его полномочия. Борис Коган также призвал ребят не молчать о проблемах, делиться с родителями и педагогами своими опасениями и переживаниями. Из любой конфликтной ситуации всегда можно найти выход, подчеркнул детский омбудсмен. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.